Так, всем здорово, ребят. С вами супер мега игра Soccer Shutout. Здесь много всего есть, там агенты, херенты. Тут много всего открывать. Все фигня. Ну сами разберетесь, когда скачаете. Я вам покажу просто геймплей. Играть. Я уже, видите, прошел 4 уровня. 5 уровень. Это Мюниш. Поехали. Графа красивая в этой игре. Качайте, ребят. Так, я бью первый. Удар по воротам. Вратарь отбил. Да, сложновато становится. И я отбиваю, ребят. Это супер-мега-сейв. Давайте так ударим, посмотрим. Перекладина. Блять, как видео записываю, как будто все договорились, блять, что я буду въебывать, блять. Офигеть. Ладно, давайте так попробуем. Поворотом. Гол, ребята, я забиваю все-таки этот гол. Сарсенов. Ну давай, вратарь. Не подкачай, вратарь отбивает, ребят. Мне этот матч напоминает, помните, когда... Забыл, кто там, Чили или кто там выиграл, блядь, когда ни одного гола не забили. Ну чё, ребят, если отбиваю, это победа. Ну я, походу, хер отобью. Блядь, выше ворот, и это... Все, ребят, я выиграл. Видели вы красивую графу. Видишь, я победил. Кажется, ты не любителем, вы меня... Кажется, ты не любитель... Блядь, ёбнутая надпись какая-то. Вот такая игруля, ребят. Трудность очень трудно, да ладно. Это ничего, надо игроков качать. Короче, заходите, ребят, в эту херню. Забирайте подарки, там бабки у вас, вся фигня будет. Вот. Ладно, пацаны, это был Soccer Shutout. Прикольная игра. Все, кто любит игрушки, качайте, играйте. Прикольная игра, до свидания. Пока.